это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. А что, серьезно в смуте патч вы хотели? Ну, дай посмотрю сейчас. А, это, наверное, после того, как я пожаловался на них, да? А ну-ка. Она обновилась, и вот я на том потоке жаловался на невозможность пройти ее. И проверим сейчас, насколько они исправили это. Потому что я лично жаловался, я знаю, что создатели смуты постоянно у меня на потоке. Сейчас одной проверим, насколько они компетентны в решении вопросов. Итак, новый патч 1.0.5.5. Сейчас посмотрим. Если, сука, опять вот это будет хуйня. О, появился значок, что на лошадке нельзя скакать, на ночке твоей. Нихуя себе. Надеюсь, это не все обновление. О, тут даже, смотрите, появилось, куда идти. Знаки, показывающие, куда идти, направление. Все, теперь я знаю, где искать вот этих вот челов. Пацаны в натуре обновили, ля. Теперь видно, видите, на карте отображается, куда идти и квест выполнять. Поработали, молодцы. Ну-ка. Проверка. Блять. Ай, блять. Сука. Дебилы, а. А, обновили, во. Зато значок показывает, что ты не можешь на ноноке скакать по городу. Это то, что мне не хватало. Ага. Тьфу, блядь. Эй, салага, чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день. И точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Хорошо, сейчас зайду, посмотрю, там задание. Не поменяли они? Там же написано, что вернуться в кабак. Я возвращаюсь в кабак. Сейчас я посмотрю, может они поменяли задание, может нужно там вернуться потом в кабак. И тогда только появится. Ну-ка. Давай посмотрим. Валерий, да. Это разработчик смуты. Обновили, что смогли. Остальное через месяц. Хорошего помаленьку, как говорится. Кстати, следующее обновление платное. Блядь, сука. Так. Задание. Свободная дорога до Ирены. Вернуться в кабак. Окей. Я же возвращаюсь в кабак, правильно? Вот он, кабак-то наш. Вот он наш. Вот единственный, с которым можно пообщаться, да? Я понял, но я не могу с ним общаться. Ну хорошо. Смутненько получилось, да? Ладненько, хорошо, давайте тогда сделаем это задание. А потом вернемся уже к этому заданию. Ну, наверняка у нас же именно так надо сделать. Да, сделать это, а потом то. Хоть об этом и не написано. Ну, давайте попробуем, чё ж. Раз зашли, то попробуем. А мир-то, посмотри, открытый или все еще закрытый? Походи, побегай, вдруг открылся мир наш. Слушай, ну действительно, как будто по открытии стало. Ну серьезно, когда по открытии чувствую себя. Не, реально, как будто себя открытие стал чувствовать.
Спасибо уважаемым разработчикам. А, нет, показалось. Только у нас могут сделать Извините, игру, показалось. Которую невозможно пройти даже за деньги. А главное, что налоги пошли куда надо. Спасибо, что избавили нас от просмотра этой помойки. Не, как-то знаешь, как будто посвободнее все же мир стал. Более открытый. О, лисица даже стоит. Она как бы есть, ее как бы нет. Не, реально, как будто по открытии себя чувствовать стал в этом мире-то. Да, кстати, он начал даже перепрыгивать. Ну, точнее, перебегать. Текстурки-то наши. Ах, Юрка, ай, красавчик. Бэ, окунь. Ну, и студеная тут не разобраться. Студеная. Юра, текай. Без студеной дальше не пойти. Не, ну бой-то сильный, согласись, действительно. Экшен. Тихо. Юрка студеный работает. Окунь. А куда бью эти самые? А что забоялись-то, девчонки? Юрку да боитесь, сука. Блять, Юра, текай нахуй. Юра, да Юра! Блять, Юру бьют! Юра, текай, малой. Юра, все. Сейчас студеной не помешало. Бан. Боевка просто, не знаю, это круче, чем это самое. Mortal Kombat. Тихо. Студеной выстрел. Блядь, Юра, нет, Юрка, балой. Юр, ты чё? Студеной надо, сука, Юру бьет. Юра, добей ее студеную. Фу, сука. Они боятся Юрку. Просто изи пришел, победил и ушел. Там он еще один чел стоит. Так, звук боевки идет, а никого нету. А, есть кто-то. В смысле осмотреть? Ну я подошел. А как осмотреть? А, я и сохраниться даже не могу. Ты что, прикалывайся со мной? Я же всех ебал. Не понял. Юрка всех замочил. Пока наш родной пытается пробраться через невидимые стены, бедняжка. Это студиона. Ну тут типа... Хотя смотреть надо, у меня нет кнопки, потому что у меня типа он в бою. Хотя я никого не бью. Дебил, сука. Мир-то открыт, но не настолько, чтоб ты прям открылся петь полностью. Тихо. Себя настоящим мужчиной. Дедушка, помоги, пожалуйста, разработчику. Мы тебя любим, дедуля гранных об гранных об. Сейчас, подожди, мне студенная боевка. А, нет, нет. Все нормально.
Ладно, проходим дальше тогда. Не, игра действительно преобразилась и стала более лучше. Да-да, с появлением значка, что на конях и скакать нельзя, действительно стало лучше. Тихо! Я играю в смуту, у меня похую что-то на пса Варварища. Ля, упал, то ты шо? Юрка падать научился с лошади. Ну-ка. Надеюсь, возьмет. Сука, только попробуй зависнуть. Ну-ка. Блять. А! В смысле? Погоди. Ну-ка. Ага, понятно. Ты прикол? Типа задание ничего не дает. Нихуя не происходит. Он типа что-то листает бумагой своей. Только она сейчас хоть убирается. Пиздец. Что за бред? Иди на короче, сука, забал на туре. Тебе надо, а не надо. Да. Сложно всего смотреть губы, которые ты не можешь поцеловать. Но еще сложнее не спускать на губы, если это твоя бабушка.